Здравствуйте, уважаемые телезрители! Это мастер-класс от мужской компании, и с вами его ведущий Леонид Ашмарин. Сегодня я хочу с вами поговорить о моторной надувной лодке Riviera 3200SK. Это модель уфимского производителя, уфимской компании Мастер Лодок. Эта модель килевая, это означает, что у лодки имеется дополнительный отсек, называемый кильсон, находящийся под днищем лодки, который обеспечивает выпуклую форму дна. Данная форма дна необходима для устойчивого движения при выходе на глиссер на бензиновом моторе. Теперь хочу перейти к техническим характеристикам данной модели. Данная лодка имеет длину 3 метра 20 сантиметров, при этом ее ширина 1 метр 53 сантиметра. Вес данной модели составляет 43 килограмма, при этом ее грузоподъемность составляет 500 килограмм. Лодка обладает достаточно большим баллоном, его диаметр 42 сантиметра. Плотность ткани ПВХ, из которой изготавливается данная модель, составляет 900 грамм на 1 квадратный метр. Эта лодка оборудована жестким трансом, что позволяет устанавливать на данную лодку моторы мощностью до 15 лошадиных сил. Дальше я хочу перейти к основным отличиям данной модели. Первое, несомненно, самое главное преимущество этой лодки – это форма этой лодки и ее размер. Хочу обратить ваше внимание на форму носа данной модели. Носовой баллон данной лодки имеет слегка закругленную форму, при этом нос лодки остается достаточно широким, нос лодки слегка приподнятый. Все это в совокупности с большими баллонами и хорошим килем дает превосходные ходовые качества данной лодки на моторе. При движении против волны на данной модели минимальное количество попадает брызг и воды в лодку. Прошу вас обратить внимание на размеры данной лодки. Ее длина 3 метра 20 сантиметров и достаточно большая ширина делает ее комфортной для передвижения и рыбалки двум пассажирам. При этом есть возможность разместиться в этой лодке втроем. Следующее отличие данной модели – это ее дно. Дно данной лодки изготавливается из 7-миллиметровых щитов влагостойкой фанеры. Щиты у данной лодки достаточно крупные. Имеются алюминиевые соединения, через которые щиты соединяются между друг другом. Также имеются стрингера алюминиевые, обеспечивающие дополнительную жесткость при движении на моторе. Стрингера являются просто необходимым элементом этой лодки, если вы будете устанавливать на данную лодку достаточно мощные двигатели мощностью до 15 лошадиных сил. Данное дно является разборным. Собирается оно в лодку в ненакаченном положении. После того, как слайм установлен в лодку, лодка накачивается, баллоны плотно прижимают и слайм надежно фиксируется. Хочу отметить технологию производства дна у производителя. Данный производитель каждое дно под каждую лодку выполняет индивидуально по размерам, снятым с уже готовой модели. Все это обеспечивает максимально точную подгонку сланей, обеспечивает комфортную эксплуатацию и легкую сборку данной модели. Хочу отметить систему креплений сидений у данной модели. Данная система называется система Electro Slick Pass. Кроме того, что эта система является максимально надежной, данная система позволяет установить сиденье в лодке там, где вам это необходимо. Сиденье крепится на электрос, длина которого позволяет размещать сиденье практически по всей длине лодки. Данная лодка состоит из трех отсеков, трех баллонов. Такая конструкция позволяет обеспечить максимальную безопасность передвижения на данной модели. При пробое одного из баллонов контур лодки сохраняется, и лодка даже не зачерпнет воды бортом. Каждый баллон снабжен отдельным клапаном. Клапана идут стандартной системы. Эти клапана позволяют легко скачать, легко накачать лодку. Также клапан достаточно легко меняется при вынужденной его замене. Обращаю ваше внимание на наличие привальной ленты. Привальная лента выполнена с волноотбойником. Сама привальная лента служит защитой от механических повреждений, волноотбойник препятствует попаданию воды в лодку и брызг. Хочу обратить ваше внимание на расположение ручек на данной модели. Одна из ручек расположена на носу лодки, две ручки располагаются на кормовых баллонах лодки. Такое расположение ручек является наиболее оптимальным для переноса этой лодки двумя людьми. Посмотрите на конструкцию весел у данной модели. Весло двухсоставное, разборное, алюминиевое, с кнопочной защелкой. Весло крепится к лодке посредством уключины, также имеется защелка для весла. Данная модель выполняется в двух основных вариантах расцветки. Первая расцветка черно-белая. Такая расцветка позволяет лодке меньше всего нагреваться на солнце.
Также эта модель выполняется в зеленом цвете. Зеленый цвет является максимально камуфлирующим и обеспечивает дополнительную скрытность на водоеме. Хочу отметить хорошее качество данной модели. Эти лодки выполнены из ПВХ немецкого производителя компании Valmax. Также хочу отметить отличную проклейку швов. Это выражается и в аккуратности проклейки швов, и в самой надежности. Производитель устанавливает гарантию на данной модели на 2 года. В завершение разговора о данной модели хочу высказать собственное мнение по поводу данной лодки. Данная лодка находится в недорогом ценовом сегменте. Она компактная, она достаточно легкая, простая в эксплуатации. При этом лодка надежная, выполнена из хорошего материала и позволяет комфортно передвигаться на достаточно мощных двигателях. Это был мастер-класс от мужской компании. Мы с вами разговаривали о лодке Riviera 3200 SK. С вами был Леонид Ашмарин. До встречи на рыбалках!